Новосибирские врачи выходили новорожденную девочку, которая появилась на свет весом в 480 граммов. Для этого пришлось воспользоваться так называемым методом кенгуру. В чем его суть и как при этом чувствуют себя дитя и родители, выяснила Елена Мирошниченко. Эта малышка родилась всего 3 дня назад. У нее еще нет имени, и маме ребенка пока не отдают. Появилась на свет девочка раньше срока. Сейчас ей нужно создать условия, максимально близкие к внутриутробным. Для этого в Новосибирской горбольнице врачи применяют метод кенгуру. Мама высвобождает переднюю поверхность груди своей. И мы перекладываем ребенка, перекладываем всегда со всей аппаратурой вместе. Сверху ребенка закрываем пеленкой для того, чтобы не было потери тепла. Да, и ребенок таким образом находится на груди у мамы некоторое количество времени. Сначала несколько минут, потом дольше. Метод кожа к коже позволяет регулировать температуру крохи более плавно, чем в инкубаторе. Сегодня в реанимации всего 3 младенца, остальных уже выходили и отправили в детское отделение. К слову, такой подход к адаптации малышей для мировой медицины и новосибирской в частности не нов. Метод кенгуру, который назвали из-за сходства с тем, как некоторые сумчатые вынашивают своих детенышей, разработали для ухода за недоношенными новорожденными в районах, где вот такие инкубаторы недоступны. Сегодня этот метод применяют в более чем 82% клиник Америки. В Новосибирской городской больнице его практикуют с 2012 года. Выхаживанием детей весом, которые рождены весом менее килограмма, там менее 980 граммов, в принципе, занимаемся только с 2012 года, после выхода приказа Министерства здравоохранения о живорождении новом. Да, то есть раньше эти детки брались на выхаживание, в том случае, если они родились живыми, но они не считались детьми. Сейчас шанс на полноценную жизнь получают новорожденные весом всего 0,5 килограмма. А недавно новосибирским врачам даже удалось выходить ребенка 480-граммового. Обычно из таких крох выживают 85%. Новосибирские медики не исключают, улучшились показатели, в том числе и благодаря методу кенгуру. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников, новости ОТС.